намерена Беларусь расширять и сотрудничество с Калининградской областью от проектов в сфере строительства до промышленной кооперации. Перспективные направления Александр Лукашенко обсудил с губернатором российского региона Антоном Алихановым. Калининградская область для нас важный экономический партнер. Регион, как подчеркнул глава государства, близок нам и исторически, и географически. По итогам прошлого года стороны едва ли не вдвое увеличили товарооборот. Он приблизился к рекордным 360 миллионам долларов. По словам президента, время ставить более амбициозные задачи. Потенциальных точек роста у нас предостаточно. Хороший пример результативности ваших инвестиций в белорусскую экономику – это запуск компании «Содружество» маслоэкстракционного завода в Сморгоне. Он очень успешно работает. Его продукция позволила существенно увеличить объем товарооборота. Еще один эффективный пример нашего взаимодействия – Осиповичский завод автоагрегатов, который реализует проект по участию в программе локализации на предприятии «Автодор Холдинг». Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более, что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в вашей области. Есть возможности расширить парк пассажирской техники области за счет современного экологичного транспорта, того же «Белкоммунмаша» электробусов. Готовы организовать совместную сборку этой техники в вашем регионе. Что касается техники, в ее приобретении Калининградская область заинтересована. А продолжено также будет и сотрудничество в строительной сфере. Речь о закупке стройматериалов белорусского производства. Среди перспективных направлений – сельское хозяйство. Наша страна готова поделиться технологиями. Калининград, в свою очередь, предлагает Беларуси вернуться к использованию его портов.